Здорово, ребят! Сегодня у нас на обзоре мопед, на котором ездили якудзы, то есть им, кто, если его хуй собрали, то им пальцы вот так, фаланги, и пи***ть нету фаланги, то есть, ну, резать хлеб нечем было. То есть, рейсер лупус. В простонародье у нас за лупус. Вот он мопед, то есть беленького цвета, то есть мне беленький вообще нравится, тут японский шмахуаны шунджина. Что-то написано там. Болт у него, кстати, это на новых только так идет. Пахан, смотри, тут фара, блядь, от Skyway. Точно, смотри, Skyway, Skyway фара. Ну, блядь, точно. Так вот мы ее куда, блядь. А я, блядь, куда мы ее въебали? Ну, ладно. Ладно, поехали. Бог с ним, и так нормально, то есть в колхозе нормально. Пластик у него, вот он, пластик у него крутой, то есть не рассыпется у него. Толщина, хоть и такая же, но просто комплектация у него. Вот, а вот здесь потолще уже идет пластик. Прям толстенький такой. Диаметр колес у него передние 12, задние тоже 12. Дисковые тормоза передние, то есть это уже, по-моему, идет диск от Far Cry 3, по-моему, или 4, не по... Far Cry 3, да, точно идет диск. Суппорта. Супер дура. Мне по... катафоты у него велосипедные, новые. Вот болты все у него, крыло переднее. Чаще всего, кстати, некоторые без крыла переднего ездят, ну и дураки. Поворотники вот они. Вот такая, как у спортбайка у него, обтекаем вот это. Ветровичок. Ветровичок. То есть газуля, газу даешь на нем. Передний тормоз, задний тормоз, спидометр у него, вот он. Здесь жаль, что нет тахометра, как на Канзасе, но ладно. Но с тахометром все равно лучше. Время тут показывает. Топливо, объем. Пуля опять 4,5. А нет, это, на нее там уже 7 миллиметров пуля. То есть поворотнички, вот они, левый, правый. Этот, кто он, скорость показывает, пробег у него, вот он тут, эмпех, то есть дальний, то есть свет, короче, здесь, поворотнички, то есть сигнал, как мы говорили, бабушку можно напугать, которая идет с молоком и прокинет пакет и заводится, вот он, вот эта кнопочка. Включение света. Ну и по приборке, в принципе, все. То есть ключ у него, вот он. То есть вытаскивается, вот он такой ключик. Вот такой. Закладывается. Вот надели и все. Подсидельный отсек у него, вот он. Вот. Вставили сюда ключик, вот он ключик, сюда вставили. Не открывается. Почему не открывается? Вверх. Рот. Не берите китайские мопеды. Подожди. Дай. Ну, дай сделаю. Давай. Как-нибудь сейчас это. Это обманка, да, там была, смотри где. Где? Вот тут уже у нас. А, то есть вот, ребят, мы делаем обманочку. То есть вот, ключ сюда вставляется, а он, вот он. Раз, и открыли. То есть сиденье у него такое тут беленькое, все грязно. Хорошо. Вот, все грязно. Кто они? Втулки, то есть на оси, которые раньше были. Бензобак у него здесь вот открывается. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот. Слава богу. Боюсь. Вот бензобак. То есть вон он, топливо у него все. То есть
Замок у него вот он. Сюда! Ну, шлем может быть какой-нибудь маленький поместится, но большой 100% нет. То есть, здесь помещается вот... Здесь помещается бутылка с пивом, то есть... Раз, два, три, четыре полотенчика. Ролтона вот так накидать. И в портфель можно чайник с водой, чтобы кипятить воду для ролтона. Ну, или чаек там. Нет, пивко у нас же есть. Пивко, то есть вот. Все. По сидушке мы прошлись. А сейчас Глеб расскажет вам про двигатель, про все остальное. Здорово, щеглы. Я сейчас пробегусь по этому маленькому мопеду. Он мне очень сильно нравится. Все-таки правда. Фара от Skyway. Я же говорю. Ветровичок какой. Да он спортивный. Он... Я же рассказывал, это... хули рассказывать. Это дедушка рейсер Skyway. О, клещ. Дедушка рейсера Skyway. По-моему, китайцы не заморачиваются. Так просто все поменяли и все. Так, смотрим. Здесь у нас глушитель прямоточный. Мы вам говорили то, что уго, да тут сюда влазит три пальца. Он коптит. Нифига. Он коптит. То есть сюда можно вовнутрь кидать сало и коптить его там. Это не шутки. Это реально. Смотрим. Здесь у нас специально стоит держатель глушителя, чтобы он у вас не болтался, как шлюха, в холодное время суток. Смотрим. А тут у нас кожухи обдува. Мы уже говорили, то, что это очень важная вещь в двигателе. Повторяться мы не будем. Как обычно на 139-х двигателях, здесь у нас масляный щуп. Нифига резьбы сколько. Масло тут новенькое. Минералочка залита. С бензином вперемешку. А здесь мы сливаем засратое масло. Так, из доработок и колхозинга. Здесь мы видим крыло. Мы видели на Канзасе крыло штатное. У него весь двигатель в сраче. А тут у нас все чистенько. И у тебя ничего не закидано. Очень важная штука. Смотрим. А тут у нас амортизаторы. ИШ-49. Представляете? Это вещь. Держат они любого толстяка, толстуху. Далеко уедешь на нем. Двигатель здесь 12-базный. Это фильтр-бокс. Так, по фильтрам скажу еще. То, что они разные. Есть на 10-ю базу, есть на 12-ю. Если у вас, например, Метеор, то вы должны в магазине сказать, мне нужен фильтр бокс, например, вам, если в сборе нужен, на 10-ю базу. Или поролонка на 10-ю базу нужна. Поролонку тоже меняйте. 300 километров он прошел, поменяли. Чем... Ее опять промасливать, там все равно грязь какая-то остается, промывать ее нет смысла. Лучше сделать самим новую или купить. Здесь у нас крышка вариатора, там стоит вариатор, ремень, сцепление. Ну и кик. Это двигатель 72 куба, 4-тактный. Едет он бодро, нормально. И как бы километров 70 он поедет. На меня недавно напали школьники-ремонтники.
И вот так вот стояли, делали колесо. Поближе покажи, какой там звук получается. И знаете, что они мне сказали? Вот так. Ха-ха! Ебать! У тебя тут песочек и грязь. Я, конечно, промолчал молча. И сделал некоторые выводы. Ребят, если вы всяко разно выебываете, как-то хотите принизить человека и не знаете, что делать в этом мопеде, суки, блядь, промолчите лучше. Понимаете? Промолчите. Чтобы мне говорить то, что там песочек, нужно знать, что в нем делалось. Там разбиралось полностью все в задней части. Маятник полностью новый. С магазина я покупал, потому что этот мопед был куплен, и у него не было тут маятника, представляете? Я пошел купил маятник. Там новые подшипники, все там, все промазано. Так, снималось заднее колесо, все там промазано, все норм. И разбирался полностью редуктор. Разобрали. Там полностью все было чисто. Не было никакой грязи. Все как бы масло я туда залил новое, чтобы все работало нормально. Вот он у нас редуктор. И мне стоят и говорят: ха-ха-ха-ха-ха. Нихера там песочек. Да блять, где там песок? Ты если не знаешь, ты промолчи. А вот это вот звуки, это работает вал. Вал работает, а не песок. Думайте о своих словах, о своих поступках. Так, присядем на него. Блин, присел я на него, и все-таки лучше, чем на Skyway. Сюда не упирается засратый бак. У меня после той поездки очень сильно боят кокушки. А тут как-то даже они нормализовываются в работе своей и перестали опухать. Мне бабушка посоветовала купить одну мазь. Как бы тут хорошо. Как бы на Skyway я выгляжу как медведь. Как медведь. А тут я очень хорошо выгляжу, потому что этот скутер для толстяков, он берет на себя 150 килограмм. Когда я ехал на Skyway, я думал, он просто рассыпется подо мной. Но этого не произошло, все-таки хорошо собрали китайцы. И, кстати, тут хорошая инновация. Центральная подножка, и на ней можно, как ребенок, прыгать. И не нужно ходить в парк на карусельке. Правда, блядь, прикольно. Первый раз так. Раз я ногу поднял, покажи меня сбоку, как я круто выгляжу. Смотрим, а тут у нас выемка для ноги. Для ноги. Раз ты на дыбки, хуяк! Вот так вот его. И едешь на заднем колесе. Правда, недалеко ты на первой кочке. Сейчас мы будем его заводить и прокатимся на нем немножко. Покажем вам, как работает двигатель, как он едет по кочкам, то есть в яр прыгать мы не будем. Вот. Сейчас заводим, поворачиваем ключ. Повернули. И заводим.